Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое. Мы уже сыграли. Видимо, что-то мы уже сыграли, раз мы хлопаете. Это очень приятно. И следующая композиция, это будет новая композиция и для нас, и для вас, в нашем исполнении. Изначально это Кендалл Эддерли. Композиция называется «Октон». Мы ее сыграем как Нилс Лангрен. Thank you.
Merci pour la tournoi. C'est génial. C'est formidable. И когда прошла такая пьянка, все хотят продолжить дальше. И мы сейчас позовем самого смелого молодого человека, который исполнит композицию про золотую женщину. Это тоже пример в нашем исполнении. Мы эту композицию очень давно хотели сыграть, но не было случая. И вот благодаря тому, что у нас сегодня было 2 часа свободного времени репетировать, мы ее сделали. Прошу вас. Thank you.
Кирилл сейчас вот для вас поет. Давайте сейчас ему поаплодируем. Кирилл. Самый смелый певец сегодняшнего вечера. Кешев вот у нас играет на барабанах, он сейчас отдохнет. Это композиция, не там, чтобы с нами сыграл Денис. И мы следующая композиция, это композиция Роя Харгрива. Страсбург. Thank you.
связывать, я вас играл на трубе. И... Денис. Thank you.
Здрасте.
감사합니다. 세니아 김광아, 김이아라 말씀 좀 해주세요. 지금 스크립트 у нас вот пьет кока-колу и курит выдающийся барабанщик Дмитрий Власенко. Мы дадим сейчас ему возможность. И мы сейчас сыграем композицию, которая имеет русское название под названием «Двоечник». Мы ее играем всегда тогда, когда к нам на вечерок залетают птицы, которые не знают того, что мы играем. А мы очень вредно, мы играем то, что мы играем. И стараемся не играть того, что мы не играем. И это опять Рой Харгров, это опять Эдж Фактор. Композиция, которая называется «Listen Here». Thank you.
employee in the corridor. Buddy's the original. The first listening to the show is the producer, the director, the fan to be out. Павел Егоров. Самый улыбчивый из неулыбчивых. Thank you.
Слава уроду. Дякую, будь уроду. Слава, слава, слава. И сейчас мы для вас споем. И вот у нас есть молодой человек с протянутой рукой. Это Павел, очень редкий гость. Он очень хорошо поет. Прошу вас, Павел Огородников. Thank you.
услышал слово «караоке». Я не люблю очень это слово, друзья. Пожалуйста, не произносите его больше. Кто? JTGS, что расшифровывается Get Fit Drama Sound. We'll be right back.
주님 그동안 고맙습니다. 하이 어떻게 하죠? 들어봐. 이차스 Поехали на композицию «Мувенап». Наверное, мы споем композицию «Мувенап». У нас есть Анжелика. Нет, не будем сегодня петь совсем. Другую. Ну тогда у нас сегодня насыщенный вечер. У нас сегодня очень много хороших людей у нас в гостях. И, я знаю, Ксения Колобанская вот очень хочет с нами сейчас петь что-нибудь. Ксюша, иди к нам с поездом. Добрый вечер.
Thank you.
れるパワーパーク。ですが、大変支援か。いいですか。ですが。А сейчас поступали требования сыграть композицию Вейнштейн. И вот сейчас настал тот самый момент. Ребята, вы еще здесь? Кто хотел сыграть? Другого сейчас шанса не будет, ведь сейчас ее играть. Композицию Вейнштейн. Thank you.
Спасибо вам большое.
И я хотел позвать все-таки Анжелику к нам, чтобы она спела с нами композицию. И ребята сейчас, вот, например, Сережа Гейер, Павел Егоров, Рома Куликешев, они сейчас с удовольствием ее саккомпанируют. Да, Рома? Ну, в принципе, движемся к финалу сегодняшнего вечера. Thank you.
и Анжелика. Все, мы играем для вас самую последнюю композицию и отпускаем вас по домам, чтобы вы успели все на метро, и мы тоже. Итак, Павел Егоров. Павел Егоров целый вечер сегодня для вас был на арене. Сидите. Роман Куликешев. Руслан Мага. Могу сказать, черный, я не знаю, как назвал. Василий. И мы сыграем композицию, которая называется «Кусочки». И на этом закончим.
Еще раз спасибо большое, что вы здесь все были. Увидимся с вами на следующей неделе. Все, на следующей неделе.